В дежурную часть полиции обратился избитый саровчанин. Мужчина ночью направлялся домой. К нему подошел молодой человек и потребовал деньги. После отказа злоумышленник нанес потерпевшему удары и забрал у него деньги и сотовый телефон. Сотрудниками межмуниципального управления в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен житель города Саров 1990 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. На улице Гагарина неизвестный повредил автомобиль «Шевроле». Водитель оставил машину возле дома, где идет ремонт крыши. Возможно, в процессе ремонта на крышу и капот автомашины попал битум. На дорогах города было относительно спокойно. Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 10 ДТП с материальным ущербом без пострадавших. Однако в приемный покой обратилась женщина, которая 2 месяца назад ехала в маршрутке. При повороте она не удержалась за поручень и получила телесные повреждения. Мы проверили, действительно она обращалась в этот день, вот в среду, в приемный покой и к травматологу, где был поставлен диагноз артрит. Значит, как это связано с поведением и проведением маневра водителем маршрутного транспортного средства, мы будем выяснять. На этой неделе стартовал месячник акции «Засветись». Ее цель – рассказать саровчанам о пользе светоотражающих элементов. Совместно с полицейскими в акции примут участие педагоги, волонтеры, представители родительской общественности и отряды юных инспекторов дорожного движения. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».